Сегодня ровно в 4 часа утра на Старом кладбище Анапы состоялась церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии участвовали мэр Анапы Василий Швец, председатель совета города-курорта Леонид Краснорудский, атаман Анапского казачьего общества Валерий Плотников, председатель городского совета ветеранов Александр Смирнов, руководители силовых структур и спасательных служб, представители общественных и молодежных организаций, почетные граждане, жители курорта. Ровно 80 лет назад в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. И 22 июня навсегда останется для всех россиян днем памяти и скорби. Сегодня 22 июня в 4 часа утра день объявления войны. Германские войска напали на нашу страну. Грянул залп салютного взвода, прозвучали молитвы, и все собравшиеся замерли. В минуте молчания память обо всех жертвах той страшной войны и героях, павших за свободу и независимость нашей Родины. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.